Канала. С вами я, Карбончик, и сегодня я хотел бы поиграть с вами вот в этот мод Сталкер Зов Припяти, Смерть вопреки, Послушник. Вот и его описание. Вот, если кому интересно, то можете прочитать основные особенности модификации. Новая локация Долина Тени, небольшая, однако, стандартно довольно захватывающая сюжетная линия, новые аномалии, эффекты, изменения многие модели, звук текстуры, новые изменения мутанты, новые погоды атмосферы. Видимо, короче, я думаю, что этот мод будет интересный, поэтому давайте сразу в него же и начнем поиграть. Вот, ну, пооткрываю здесь, значит, для вас, чтобы вы могли почитать. Но я думаю, кому будет очень интересно, то я оставлю снизу ссылочку, вот эту вот ссылочку. Так, ребят, ну вот, в общем, собственно, сама игра. Хочу сразу вам заметить то, что в меню играет музыка из метро, и это не есть круто, я так думаю. Можно было добавить какую-то свою музыку или оставить оригинальную. Но добавлять из другой игры, при том, что эти игры особо сопутствующие. То есть это то же самое, что взять из Тень Чернобыля и кинуть в Call of Duty, например, ту же музыку, да, и заменить все и сказать, типа, вот, блин, там, добавили прикольную музыку. Нет, хрень, ребят, так нельзя делать. Короче, из метро добавили музыку. Вот, это, я думаю, это минус, но по сути это вообще не есть важно, какая мини-музыка играет. Самое важное сюжет игры, и посмотрим, что же у нас за сюжетик. Сразу скажу вам то, что я поставил сейчас режим новичок. Обычно я сталкер такой хрень не ставлю, как новичок. Обычно ставлю сталкер или ветеран даже. Но сейчас поставил новичок, потому что знаю, что мод, он достаточно такой, как сказать, там разгуливает сталкер обычный вроде. Но мод достаточно такой хардкорный, и, насколько я знаю, сливать здесь будут за 2-3 пульки. То есть одна-две пульки, ты уже готовенький. И именно поэтому я поставил новичка, чтобы хотя бы не сливали меня каждые 5 секунд, чтобы, блин, не перезагружать игру. Вот, вот, кстати, вон те противнички, кстати, вон они. Сейчас началось. Стыклись. Бегаем быстрее. Так, будем издалека вести бой. Так, меня уже пальнули разочек. Как-то экран быстренько изменился, да? Так. Минус один. Ау. Быстрее винтик. Так, откуда? Ага. Еще убили его, блин? Столько количества патрон. Знаю, что противник там около 7, наверное, где-то. Уж я уже пытался начать эту игру, но что-то у меня все не заладилось. И поэтому я поставил новичка и решил поиграть заново. Так. Боюсь выходить лишний раз, блин. Ну-ка, падла, огребайте. Бомб никого не достал. Так. Ау. Вон там, пидор. Что за лаги? Откуда берутся лаги, блин? Не может игра лагать. Сталкер не должен лагать на моем компе. Что за хрень? Чтоб не было лагов, чтоб не видел я их, ясно? Все, да. Так вот. Так. Поднимаюсь тихонечко наверх. Должны противнички быть. Так, тут чисто вроде. Чисто. Так, двоих я уже слил. Так, осторожно. Я выдал свое местоположение, да? Гранд еще есть? Есть. Одна. Быстрее кидай ее. Так. А ну-ка, лимонку тебе! Ну-ка. Никого не задела. Она не может такого, чтобы никого не задела. Ну, хоть покоцала. У него, походу, снайперка. По звуку точно снайперка. Я слил его? Вроде бы да. По карте непонятно. Слил его. Вау. Вон, вижу противника. Вижу, и там еще один вон там. Черт, они попали. Винтик. На легком, конечно, гораздо проще, чем я думал. Тихо. А, вот он лежит один. Ау. Да, зря я поставил легкий, чтобы поставить сталкер. Ну ладно, хоть перезагружаться каждый 5 минут не буду. Вай. Тихо. Так. Где ты, та зараза? Не вижу его на карте что-то. Вон он, вижу.
Понравилось сразу. Так. Так, ну я думаю, что это нам не пригодится, потому что, насколько я знаю, тут можно запихивать два больших пестика в один рюкзак. В смысле, в оба слота. Проще говоря, короче, можно оба автомата в оба слота. Так, осторожно, осторожно. Так, сейчас каждого общупаем. Обтрогаем. Так. Так. Ну, это те, кто были со мной, короче, да? Так, идем сюда. Что я взял? Да на кой он мне? Ну вот, приложу, да и все, что тупить-то. И пускай у него в кармашке лежит. Так, этого обшоп лежит. Да нафига ты пестик-то поднял? Так, и два бинтика, ага. Так, едем дальше. Тебя общупали уже? Нет. Так, идем дальше. Так, что вот это общупаем? Что такое? Научная аптечка, здорово. Это необычный по виду, ну ладно. Так, это что у нас такое? Так, стоп, здесь автомат по-хорошему лежал. У этого, по-моему, Питера был автомат хороший, вот он. Так, нормально что ли? Да, пойдет. Оп, здорово, правда? Так, не то слово, да? Так, здесь у нас, по-моему, был чувак со снайперкой. Так и есть, у него была СВДшка. СВДшка штука мощная, но нам не нужна. Только если ради денег возьму, но должно продам хорошо. А теперь нам смотреть, насколько она у него поломана. Нормально, нормально, можно продать. Тут нас уволили сталкер, что ли, или кто? Кто такой? Держи от меня! Ты с кем разговариваешься? Эй, братан. Ладно, пойдем, мне тем более в ту сторону, так что, может, ты даже пригодишься. Мне вон в ту сторону идти. Так. Аномалия, осторожно, осторожно, осторожно. Осторожно, так. Кстати, очень неплохие цитаты пишутся. Как пацанский цитатник, конечно, вот, звучит, но... Там очень такие достаточно интересные. Ну, я бы назвал цитатами, это скорее такие жизненные кредо. Люди говорили важные такие вещи, которые вот. И здесь вот вместо по советам по выживанию сталкера, тут, короче, всякие прикольные советы. Ну, как вообще по жизни человека. Например, мне один совет понравился. Так, может, скромка быть какая-нибудь? Вряд ли, конечно. Так, сейчас фонарь включу. Вроде нету. Этот совет мне понравился даже в гневе на друга, типа, не выдавай секрета его, даже если ты очень зол на него. Вау, что это такое. Вот, мне понравился этот совет. О, классно, слушай, это классно. Вау, сейчас какая-то собачка. Ё-то, кто это? Да, я лучше не привлекать внимание. На, блин, и нет собачки. Это очканул, смылось, сообразило. Вау, это классно, красивая аномалия, блин, новенькая какая-то, я такое еще не видел. Короче... Землю прям как будто кусочек так вытащили, блин, и это. И образовалась под ним аномалия. Прям кусочек вылез, как будто она из-под земли. Выходило, что аномалия вылазит прям из-под земли. И прям вытащил кусок земли, но не разорвала. И просто держит, короче, в воздухе. Ну, как раз классно, короче. Прикольно. Я сначала подумал, что это баг. Но я думаю, что это не баг, а... Кто это там? Противник? Блин, посмотри, что за противник. Бандит. Я не помню, что стреляет или как? А, нет, они со сталкером воюют. Так, где бинокль? Вот бинокль. Да блин, ну достань ты чертов бинокль. Он его замочил, что ли? Да, надо пойду соберу с него лут. Так. Так, ух ты, нифига себе пестик. Ну плевать. Но мы садись не за этим. Так, он тебя че? Кренка и все, что ли? Скудно вы живете, ребят. Ну ладно, пойдем по квесту. По квесту, по квесту, по квесту. Просто уж раз уж сталкер их слил, почему бы не собрать? Этот сталкер там не болен, что ли? Вроде цел, да. Я не знаю его, нет, на карте. Ладно, неважно. Просто вдруг его задело, можно было поделиться с ним аптечкой, чтобы он выжил. Так, что у нас тут? О, сталкеры. Вау, сука, мертвый, блин, охренеть. Надо со всех лут собрать, желательно. Так, ё-моё. Осторожно, обходим, так. У тебя, кроме тут мне... Хотя давайте возьмем еды, потому что вдруг мы захочем похавать. В
вполне возможно, чтобы в игру внедрили необходимость пожрачки, постоянное желание жрать. И у нас жертвы не окажется в нужный момент. Вау. Какого хрена мне становится плохо после того, как я поднимаю артефакт? Это первый вопрос. И второй вопрос, почему артефакт валяется так просто, его не нужно искать никаким детектором. Это тоже тупо, конечно. Так. Блин, беги, выпрыгни. Сейчас будет больно. Ага, уже было больно. Так. Осторожно. Так. О. Да все возьмем. Братишки, не могу больше. Погоди, чувак, сейчас. Попозже чуть-чуть. Потерпишь. Ау. Черт. Сохраниться надо срочно. Вот, здорово. Так, что у нас тут? О, тут тоже лежит. Окажите помощь раненому. Хорошо. Покажем. Глотни. Ребята! Все, хватит больше, пока нельзя, ты знаешь. Ребята! Кто? Когда нападение было сработано, то есть спецы. Короче, ладно, неважно. Так, я сделаю все, что так. О, он умер. Я должен был вылечить его. Хреновый мир лекарь, кстати. Итак, обыщите первый тайник священника. Где же он у нас находится? Эй, где мне теперь искать главный тайник? Давайте снизу читаем. Задание по осмотру места гибели колонны было выполнено. Вы согласились выполнить последнюю волю умирающего офицера по поиску местного батюшки. Оттащите все его тайники, чтобы спасти святыню от уничтожения. Икона не должна попасть в руки фанатиков. Охрененно, блин. Где теперь все это искать? Дебилизм, короче. Я ожидал больше этого мод. Думал, более квестовый будет. Ну, как квестовый, в смысле... стрелки, блин, куда идти, будут почаще, чем просто тупая писанина и бегай, ищи, там, не знаю, по всей карте, там, по всей игре, разыскивай всякие хрени, но это тоже несерьезно. Ну ладно. Пойдемте побегаем, поищем. Вообще, просто, блин, чуть не нарвался, но нормально, надо опять сохраниться хорошенько. Так, как это сохраниться хорошенько, да? Можно либо сохраниться, либо не сохраниться. Хорошенько сохраниться, такого вы еще не слышали, да? Так, осторожно. Обходим аномалии, так. Давайте вообще посмотрим на карту. Так, как он там, карта открывается на П, по-моему, да, вот на П. Ну, мы находимся на окраине карты, короче, здесь еще такое. Южное плато, кирпичный завод, зимняя линия. Так, дуга. Ну, давайте сходим вот так, пока вот здесь пройдемся. Так, немножко, конечно, не все локация немножко уже изменена, не похожа немножко на то, что было из нее изначально. Сделано. Это что такое? Это мертвый бандюга. Мертвый бандюга, это всегда хорошо. Может, еще рядышком где-нибудь валяется. Не спроста. О! Круто. Это сталкер, наверное, был. Нет, тоже бандюга. Сталкер молодцы, здесь крепкие ребята. Сливает бандюгов только так. Это что такое? Эта штука работает? Нет, вряд ли она работает. Так, что у нас тут? Хрен его знает. Тут пусто, да? Ну ладно. Тут у нас что такое? Табуреточка? Табуреточку я еще не видал на сталкерских просторах. Чего не видал, того не видал. Так, ну ладно. Идем дальше. Тут тоже пусто. Так, пошли. Так, сходим. Куда мы сейчас идем? Мы сейчас идем. Это у нас что, Южное плато? Ну там нам делать нечего. Ладно, идёмте вот к этой местности, тут вроде какое-то здание, так, что такой противник? Нет. Вау, что за аномалия? Зеленый этот. Зеленый что ли будет? Этот, молния какая-то зеленая, охренеть. Нет, выбегай из нее. Сейчас шарахнется опять. Сохранился. Отлично. Так, здесь есть кто-нибудь вообще? Живой, не живой, еще какой-нибудь? Просто хотя бы нужна какая-то компания, что не знаю, какой-то менее оживленная, конечно, зона, чем вообще обычно.
Мини-оживленная. Хотя мы бегаем тоже по окраине. Так, где мы сейчас? Так, 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 так. Давайте вот, да, вот, давайте сходим вот сюда. На кирпичный завод зимний. Ну, короче, да, вот сюда, короче, сходим, пошли. Блин, конечно, это тут квест. Судя по тащить первый тайник. Может, это почитаем. Чем обычно? Так, список заданий, вот. Ну и где мне, по идее, нужно? И почему мне никто никого не направляет, я вот не понимаю. Должна быть направленность какая-то, я думаю. Может, у меня баг какой-нибудь, кривость, не знаю. Так, вроде не меня атакует, да? Повезло мне. Кто это такой вообще? Здравствуй. Будешь с ним разговаривать? Ну, здравствуй, бывай. Так, идем дальше. Трупов тут тоже немало, кстати. Он чуть ли не единственный выживший, походу. И не дай бог, они все уже... Да, они все уже обчищены, зараза. Так. Вау, женщина? Это женщина, что ли, или как? Или это снорк? Нет, это, наверное, просто туп снорк. Мне казалось, что женщины в игре будут. Хотя, может, и будут, кто знает. Они внедрялись какое-то время. Так. Ого. Нафига. Хотя, может, он... По состоянию... Нет, по состоянию он не лучше. Так что просто выбросить. Так. Монолитовец. Убитый. Убитый монолитовец тоже всегда хорошо. Лучше, чем живой. Так, достанем оружие, на всякий случай. Может, какой-нибудь монолитовец все еще сидит. Мало, ну, бывает, мало ли. Так, но здесь нет никаких нычек обычно могут быть. Нет, тут чисто. Тут сейф можно открыть, сейф нельзя открыть. Ну, круто. Так, что у нас сверху? Ничего. Тут тупо балкончик. Ладно, спускаемся. Воу-воу-воу-воу, кто это такие? Или бандиты? Надо сохраниться прежде чем. Это были бандиты, походу. Так. Переключаемся на вот это оружие, то есть у нас больше патронов. Так. Ага, ага, ух ты, сразу пустынный орел уже, блин. Так, что у нас тут еще есть? О, там кто-то живой, да? Ну, пускай лежит пока что, сейчас я тебя пока отберу. Не знаю, может, сейчас вообще зря сейчас занимаюсь этим собирательством, может, сейчас выяснится то, что мод так себе и дело тут нехрен. Не знаю. Так. Чего ждет, дурак? Пустой. Ого. Да ты, похоже, всех своих дружков пособирал. И братья его умирают, он с них собирает. Гениальный вообще чувак, короче. Так. Больше нам особо ничего не интересно. Да, особо больше ничего не интересно. Воу, воу, воу. Полегче, ребята, полегче. Конечно, графика лучше, изменилась в лучшую сторону. Вот, но все же движок остался тот же и самый собой же мод всего лишь. А у этого движка есть свои косяки, особенно когда на него ставятся моды. Квест может просто тупо пропасть, может не отмечаться на карте, еще какая-нибудь хрень творится. То есть косяков очень много может быть. Там противник, что ли? Блин, там еще один. Ничего не отсюда, дурак, а? Очень много бандитов в игре, хочу заметить. Следуется очень много врагов с оружием. Так, вроде чисто. Чуть мы подняли. Да не нужен мне твой калаш, только патроны. Гранаточек достаточно много собрали. Тьфу, ты, это нахрен не нужна. Так, я столько нас сейчас перенаселку, мы сейчас уже 46 килограмм уже таскаем, на раз много гранат собрали слишком. Так. Ну пока не будем, хватит. Мы еще даже меньше расходуем, блин. Больше собираем, чем расходуем. Да 23 гранат, ё-моё, хорош, гранат нам точно хватит теперь. Будем теперь закидывать всех подряд, кто будет у нас бычить.
Эта синяя отметка, блин, тоже напрягает. Кажется, как будто там что-то есть, блин, но это на самом деле просто отмечено, где... Где север и все, наверное. Так. Так. Автозаправка. Давайте до нее сходим, там должно быть что-нибудь интересное, возможно. Что такое? Что происходит? Что такое все мутное? Я получил дозу облучения. Вот почему все такое мутное. Так, что у нас здесь такое? Здесь что у нас за местность? Ну, мы только что ушли, по-моему, да? А, нет, как раз вот это и есть автозаправка. Блин, тут... Их до хрена, надо взять гранатку. Беги. Просто кабанчики в этот раз будут непростые. О, да.